Всем доброе утро. Это у меня тут типа кекс. Ну, только в виде пирога. Я забыла, как это называется. Они были цельные, типа, ну, одного вида. Но я захотела попробовать все, поэтому взяла такие, типа, по кусочку. Сейчас отрезала себе шоколадный. И там у меня кофе. А в кофе я сейчас добавлю такой вот кремер. Это белый шоколад. Ну, вместо молока. И буду сейчас уже будить Настю. Пошли. Перед Джанго идем. Хорошо? Ты там подогрела рыбку с кашкой. Да, утром, конечно, Настюше тяжело вставать. Ну, мне тоже, конечно. Но Настя у нас там еще спит. Сидим сейчас с Настей и думаем, что же нам одеть сегодня в школу, потому что ой, у меня еще волосы сохнут. Потому что сейчас у нас прохладно, где-то плюс 8. А днем у них, а днем тут до плюс 22, где-то так. То есть днем тепло, а вот утром прохладненько. Поэтому сейчас сидим, думаем, что одеть такое, чтобы потом днем не было жарко. Дима! Ну нет, Настя, еще не зима. Ну так, осень потихоньку приходит. Ой, знаете, каждый раз убеждаюсь, что не надо спать после того, как отвела Настю на автобус в школу. Но все равно прихожу, а на улице темно, знаете, так ложусь, ну и, конечно же, оно под эту темноту засыпается. А потом как-то, как будто полдня прошло, и уже скоро опять за Настей. Но это, все равно я там чуть-чуть повязала. Сейчас вам покажу. Там уже большой такой кусочек этого пледа я связала. Ну, почти половину. И сейчас вот подруга позвонила. Сейчас сходим, ну, съездим в магазин. Посмотрим, не знаю, что-то посмотрим, что-то я там поснимаю интересное такое, какие-то украшения, типа на Хэллоуин. Кстати, у нас уже очень много всего на Рождество выставляют, да. Так что Хэллоуин потихоньку сменяется рождественскими украшениями. У нас сейчас на улице плюс 19. Так что так, более-менее, ну как, тепло, короче. Я вот всего лишь в рубашечке и в джинсах. Думаю, не замерзну. Вот такой вот уже кусочек пледа у меня готов. Ну, кстати, достаточно быстро я его вяжу. Я не знаю, или вам будет видно, или вам отсвечивает, но вот у нас тут дерево зацвело. Оно вообще было в листиках. Листья опали, а цветочки появились. Так интересно вообще глаз. Мы приехали в индийский магазин, и тут, смотрите, прям сейчас кокосовая вода свежая будет. Мы уже один кокос выпили, и нам его разрезали пополам. Смотрите, там внутри какая красота. И это было очень-очень вкусно. Класс. Я еще таких кокосов не видела. Я обычно видела, которые уже, ну, обычные, вот эти вот внутри серединка, а это они прям еще в шкуре. Класс. Thank you.
знаешь, что это? Печатки. Да. Я знаю, что ты их любишь, поэтому я их взяла. И там еще... Дай, покажу. И тут еще взяла такой вот набор для рисования Насти. Ну, типа мини-холст, но не холст. Ну, такое типа на Хэллоуин. И наклеечки. Такие вот. Вот, Насте уже дали такую красную карточку. Это когда она едет на автобусе, то водитель видит, ну, что у нее красная вот эта вот штука, и Настю нельзя одну пускать домой. То есть ее должны кто-то встретить, или мама, или папа обязательно. А если бы у нее висела зеленая карточка, то она тогда бы с автобуса домой могла сама идти. Еще у них есть желтые карточки. Такие желтые, это означает, что можно идти с старшим братом или сестрой. Так, мы вернулись домой. Решили мы перекусить такой неполезной едой. Да, Настя, что там тебе попалось? Робот. Робот. Он же был на рекламе, я видел в Амари. Да. И он же боится. Все, Настя уже на робота приклеила наклейки. Такой вот робот. А Настя уже кушает у нас там, ну, доедает наггетсы. И я ей еще кашку дала, подогрела. У нее там булгур с, ну, не знаю, макарончики, наверное, такие там. Ну, это как бы такая крупа вместе продавалась. Так, сейчас Настя кушает, идем уже, будем спать. Вот такой булгур с макаронами. Такая маленькая там вермишелька коричневая. Так вкусно, Настя говорит, что это самая вкусная крупа. Главное, что она это ест. Кстати, тогда, когда Настя покупала эти, помните, книжечки, то она купила, там все-таки не 200 долларов и не 20, а всего лишь 2 доллара. Там она взяла такую вот книжечку про собачек. И такой вот блокнотик с ключиками, с замочком. Ну, веревочку это я уже повесила, чтобы ключики не потерялись. Вот такие вот Настя тогда купила покупки. Настя, посмотрим твои печатки? Угу. Давай, потому что мне самой интересно. Там они есть повторяются, а есть... Ну, есть одинаковые, есть разные. Вот, тут получается 8 разных печаток и такие же в пакетике. Это я, Настя, заберу, потом тебе выдам. Давай попробуем, как они пишут. Давай, мне интересно. Любую. Красиво. Да, тебе нравится? Я знаю, что ты меня любишь печатки. У меня в Кракове были две вот такого, ну, вот такие печатки. Печатка и еще какая-то зеленая. Ну, я их любила, печатки. Ну, а теперь у тебя такие хэллоуинские. И много. Вот будешь в своем блокнотике потом. Да? Угу. Просто я сейчас хочу на листики посмотреть вообще, какие они. Такие вот у нас печатки. Скелет. К.
кот, летучая мышка, ghost, spider, witch, pumpkin, trick or treat. Молодец, уже чуть-чуть знаешь английский. А в школе уже деток лучше понимаешь? Да? А ты им что-то говоришь по-английски? Ну, чуть-чуть. Честно? Все, пошли купаться, спать. Так, мы все тут никак не можем улечься. Сейчас хотела вам сказать, что тут у нас в Америке есть такой магазин, там, где все продается по доллару. Вот прям буквально все. И вот эти вот, вот эту типа раскраску такую с красками и вот эти наклеечки, это я купила за доллар. То есть это доллар и это доллар. И там вот прям реально, ну вот все, что там есть, там все по доллару. Короче, очень прикольный магазин, там иногда очень, ну, можно найти интересные вещи, какие-то украшения на какие-то праздники. Ну, опечатки, это мы были в Таргете. Все, Настя, а теперь идем спать. Давай, давай.